Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у меня будет небольшой анонс. Вы знаете, что сейчас мы находимся в Южном Тихом океане. Это те места, о которых писал Джек Лондон в своих рассказах «Южных морей». И вот, наконец-то, пройдя Тихий океан, мы добрались на эти великолепные острова. Естественно, все видео будут на канале, но сейчас время небольшого анонса. На островах Французской Полинезии мы планируем быть до конца сентября, и дальше мы уходим уже в Тихий океан, и, собственно, путешествие будет уже идти в Азию. Так вот, пока мы находимся во Французской Полинезии, к нам можно приехать в гости. До конца сентября мы будем рады вас видеть, находимся на Факараве. И далее мы будем двигаться на Society Islands. Вы, наверное, знаете Таити, Мурея, Хуахин, Бора-Бора. Это Society Islands. К нам можно присоединиться и вместе с нами разведывать этот великолепный мир, потому что для нас все это супер интересно, и мы хотим узнать максимально много. Что здесь интересного можно сделать? Во-первых, здесь великолепный океанический яхтинг. Не вот это вот Чопи Средиземноморская, а большие волны, хорошо дует фасад, всегда отличные условия для яхтинга, будь то обучение, либо просто проведение времени на лодке. Короткие переходы между островами, потому что те же Society Islands, это, наверное, там 20 миль, 30 миль максимум, поэтому в течение светового дня мы можем дойти до следующего острова. На островах великолепный трейл, то есть можно ходить в горы, смотреть на водопады, на красоты, на рейнфорест, на джунгли и вообще на великолепные проявления тропической природы. И самое важное, здесь шикарнейший дайвинг и снорклинг. Даже просто одев маску и окунувшись, вы можете поплавать со скатами, с акулами, с огромным количеством великолепных тропических рыб. И из воды можно не вылазить, потому что температура воды очень комфортная. И, собственно, это то, как проводим время на лодке мы, и то, как мы рекомендуем провести это время вам. Поэтому, друзья, все ссылочки в описании, все социальные сети вы знаете, пишите там, где вам удобно. И до встречи на этих великолепных островах Южного Тихого океана. Пока!